Сколько я читал сиру, так и не нашел то, о чем сейчас спрошу. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, после пророчества находился в Мекке 13 лет. На что, он, на что он жил, откуда у него были деньги? Я не думаю, что один караван в Шам обеспечил его на 20 лет, не считая того, что он еще делал много садака. Также я читал хадис, где пророку, саллиллаху алейхи вассалям, принесли 8 золотых монет, и он сказал «раздайте их» и упал в обморок. Потом проснулся и спросил, раздали ли их. Они ответили нет, тогда он опять сказал, раздайте их, и упал в обморок. Потом они их раздали. И Айша говорит, что в этот день ей пришлось попросить у соседей некоторые приправы, так как у них не было денег. И я хочу понять, как он жил в этом плане, так как у него еще столько жен было. Я знаю, что много жен были после хиджры, и что он получал хумус. Но все равно, ведь я как понимаю, он все раздавал, или я неправильно понял, или пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер, и его кольчуга была в залоге. Это говорит о том, что он получал хумус от трофеев. Но он ничего не оставлял. Хотелось бы, чтобы вы объяснили, на что жил пророк в Мекке после пророчества и до хиджры, и после. Ведь он все раздавал до пророчества он работал. Он везде работал. Он даже, как история говорится, первый раз он пошел с своим дядом в Шам, 9 лет ему было. После этого сам рассказывает, нет ни одного пророка, который не пас баранов. Ему спрашивают, ты тоже о, пророк, салалисал? Да, я тоже говорю, пас баранов в Мекке за маленький суммы их за копейки, можно сказать, пас баранов э для жителей Мекки. Вот Пророк Салам. После этого он сам э вышел в торговлю, выходил известный история И торговля Хадиджи тоже он вышел. До этого тоже он выходил, торговал. И другие работы тоже делал. Пророк Салам каждой работу он то, что он делал. И после пророчества у у него не было уже работы, места для работы. Понимаете, человек... Времени. Времени не было для работы. Человек, который... Послание Аллаха Субхану Тааля. Семья, все он оставил. Даже сон он уменьшил. И сказал своей супруге Хадидже, любимой супруге Хадидже, сказал, ушла время отдыха. Время отдыха ушло с этого момента он начал и давать делать и а, призывать людей и начались его мы знаем испытания. испытания три года голодали там мег ушли этого а, бойкот когда бойкот когда объявили но после пророчества он расходовал. Вернее, его жена Хадиджа была богатая. Она была один из богатых женщин Мекки. Она весь свое имущество расходно на пути Аллаха. Эти деньги. Этим он жил после пророчества. Конечно же, и сподвижники, и другие тоже, которые ислам принимали, тоже помогали пророку. Но он жил. Абубакр своим деньгам помогал имуществом. И Хадиджи помогал своим имуществом. В этом жил пророк, сал салалу до хижри. А после Хиджри, как напомнил брат, получали ганима. Трофей. И ганима, трофей, 1,5 часть получал семья пророка, сал салалу И в хадисах сахаль бухари сказано, он оставлял для своей семьи, для всех семей, да? для всех семей оставлял уту сана имеется в виду пропитание года. Финики оставлял, чтобы для своей семьи хватило в год. Он для себя ничего не оставлял. Все избавлялся от своего. Для семьи оставлял в год. И оттуда пропиталась его семья, пророк Сайсан. Иногда, когда не было, голодали, мы знаем истории, когда пророк Сайсан вышел из дома, кушать не было от голода. Потом встречает Умар, что от голода из дома вышел. Они пошли одному сподвижнику, и он накормил их. И также есть история, много что он, он голодал и терпел, как Аиши говорит, проходил три месяца, и в семье Мухаммада, саллиллаху не загорался огонь. А в доме очаг не разжигали, да? да? очаг не разжигали, не, не, не готовили. Спрашив, что у вас была еда, он сказал, вода, две, две черные вещи имеется в виду, вода и финики. Этим питались. А медийный финик, алхамдуллах. Очень много было. Очень много было финики. Иногда, когда не был долг брал, когда получал свой ганима, отдавал, возвращал, возвращал. И когда умрал тоже свой ковчуг, залогов у евреев было. За са ячмена, этот один, этот, мерка, са, три килограмма, за это поставил залог. От, от того, что уже просто да. нечего было кушать. Просто, да? Когда этот мы знаем вот этот, как тебе сказать, Газут весь армия баракатом на пророк Салам, одним ягненком накормил. Накормил. Это битва урва. Был одним ягненком накормил весь армию. Аллах Сванталла баракат увеличил еду. Когда не было Аллах Сванталла сафари, бывало морджи за пророк Салам, между парцем выходил вода. А, как, как, чудо. Да, как чудо. Чудо, много чудов было. как тебе сказать, чудо назвать даже не хочу, это за который Аллах с. А. давал для пророка, салам доказать, что он был Подтверждение. подтверждением, что он был пророк от Аллаха Субхану Тааля. И таким образом жил. Он всегда жил, как тебе сказать, всегда нехватки. Было имущество, но он, как называют, избавлялся от этого даже монеты, которые дома остались раздавал. Но для семей бывало пропитание из хумуса ганима. Оттуда оставлял и раздавал, когда не был сабру делал, когда были сподвижники, приносили, когда пророк, салам, был, им приносил, вот так жил пророк, салям, в свою, в свою, жизнь. Хотя он мог бы самым богатым в мире жить. Если Аллах ангел, ангела, сказал, если ты хочешь это горе превратить, чтобы золото я превращу, сказал Аллах, через ангел. Но он выбрал такую жизнь для себя, жизнь аскетизм, и нам показал пример. И многие сподвижники после него этому примеру следовали. Да, следовали. Были сподвижники очень богатые тоже. Из этого, как описать наш салаф, они мужчины. Когда есть, кушали как мужчины, когда нету, делали сабр как мужчины. Аллаху алям.